Сохранить природное богатство. С такой целью региональное отделение Общероссийского народного фронта начало создание карты экологических проблем Кубани. Об этом проекте подробнее рассказала сопредседатель краевого отделения ОНФ Светлана Бесаров. На Кубани для нас очень важная экологическая составляющая, потому что мы являемся курортом. Мы как раз тот регион, в который все жители страны едут отдыхать. И мы должны свою экологию защищать, охранять и беречь, потому что это будущее не только наших детей, но и всей страны. При этом Народный фронт, с сожалением, убеждается в том, что есть экологические проблемы, которые могут со временем перерасти в экологические катастрофы. Это, конечно, необходимо устранять в самые кратчайшие сроки, чтобы не допустить просто развития событий в негативном направлении. Каждый житель Краснодарского края может обратиться в Народный фронт и обозначить экологическую проблему. По результатам этих обращений мы составим экологическую карту Краснодарского края. Мы очень хотим, чтобы после нашей работы эта экологическая карта выглядела вся в зеленом красивом цвете, чтобы не было красных вспыхивающих точек. Региональное отделение ОНФ призывает жителей Кубани подключиться к созданию карты экологических проблем. Обращаться можно на электронную почту, указанную на экране, либо письменно по адресу город Краснодар, улица Октябрьская, 78, а также в нашу телерадиокомпанию по телефону редакции 586-57.